Всем привет! Вы на канале MediaZoom. Мы уже готовы поделиться интересной информацией, но сначала просим вас поддержать наш проект лайком и подпиской. Также не забывайте о комментариях. Вместе мы можем все, ведь вместе мы сила. Вооруженные силы США обладают самым смертоносным арсеналом в мире, который делает американскую армию непобедимой. Такая точка зрения озвучена на страницах издания 1945. Аналитики перечислили 5 единиц боевой техники, состоящие на вооружении ВС США и являющиеся главным козырем в руках Пентагона. На первое место эксперты поставили реактивную систему залпового огня GMLRS. Она способна наносить удары по вражеским целям с расстояния более 70 километров. При этом точность попаданий составляет 98%. Ракеты имеют боеголовку весом около 90 кг. Каждая пусковая установка вмещает 6 ракет и смонтирована на гусеничной базе американской платформы Брэдли. Более того, известно, что в данный момент Lockheed Martin повышает летальность и без того смертоносной системы. Так, оборонный подрядчик создает умные боеприпасы для GMLRS. Вторым в рейтинге значится ударный вертолет AH-64 Apache. Apache – это сбывшаяся мечта пилота вертолета. Он вооружен до зубов. Apache оснащен 37-мм автоматическими пушками M-230, 70-мм неуправляемыми ракетами Hydra-70 и ракетами AGM-114 Hellfire. Захват цели происходит с помощью инфракрасного лазера. У пилота и второго пилота или наводчика есть нашлемная система индикации и наведения, поэтому 37-мм пушка интегрирована в движение шлема. Просто наводите голову и стреляйте. Последний Apache может развивать скорость до 597 км в час. В боевом режиме может летать более 2 часов. Эти вертолеты неоднократно применялись в различных горячих точках, в том числе в Афганистане. Тройку лидеров замыкает танк М1А2 «Абрамс», снаряды которого готовы справиться с любой броней. На танке установлена одна из самых современных систем управления огнем фирмы Hughes Aircraft. Следующий в списке идет многоцелевая управляемая ракета класса воздух-земля JAGM. Она предназначена для поражения бронированных целей, патрульных кораблей, артиллерийских систем, ракетных пусковых установок и иных объектов. Ракета является надежным помощником пехоты при недостаточной видимости и в плохую погоду.
завершает рейтинг 155-миллиметровый управляемый активно-реактивный снаряд М982 «Экскалибур». Благодаря использованию помехоустойчивой системы наведения, он может поражать вражеские объекты всего одним выстрелом. Публикации подчеркивается, что все эти виды оружия постоянно модернизируются и улучшаются. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Также не забывайте писать комментарии, лайкать наши видео и, конечно же, подписывайтесь и смотрите другие видео. Ну а это, если вы забыли, канал MediaZoom. Оставайтесь с нами и будете знать всю правду о том, что происходит в мире. До встречи!